Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Russian Fear, и мы с вами продолжаем проходить основную линию в Diablo 4. Сейчас мы с вами потратим абулы, которые очень долго я набивал, да? И что мы будем делать? Я думаю, что мы будем делать кольцо и амулет. Давайте амулет попробуем сделать раза два, три. Не дурно, а не повезло. Попытаешься, да? Да, о, получился один. Услышаны. Кровавый туман. Ну, такое себе. И кольцо пару раз. Неплохо. Кольцо сразу но выпало. Щупальца. Да. И твои еще кольцо. Когда вы поражаете базовым умением, а следующее умение увеличивается. Нормально, кстати. Но ключ шепчущий мы купим тоже. Так, что мы будем делать с этим? Это мы все дело разбираем. Так, кровавый туман, крупные щупальца, сопротивление, скорости, уменьшение урона, сопротивление стихии меньше, соответственно, да? Тут голем. Крепление. Урона противникам. Блин, ну я даже не знаю. Вот это вот. В принципе. В принципе, наверное, лучше, чем наша. А у нас к креплению. Вот это прям можно оставить. Но тут кости и темная магия. Так, ладно, сейчас подумаем. Мои сумки полны. Вот это факт, что мы разбираем. Вот это. С дыркой, да, ну вот сюда. А умение броня у нас так больше. Трупные щупальца нам не нужны, кровавый туман. И вот это мы оставим, а вот это мы разберем. А из этих вытащим аспекты, я думаю. Аспекты пригодятся такие. Но не выпало ничего хорошего, чего я хотел, конечно. Не всегда везет, как говорится, да? Вот так. Так, ну и поехали дальше проходить основную кампанию. Нам надо поговорить с Лоратом сейчас. Насколько я помню. Палец Элиаса мы забрали. Что произошло? Почему я здесь? Я нашел тебя в гробу с оторванным пальцем в руках. Что произошло? Я бы у тебя хотел спросить. Храм начал тонуть. Я думал, что утону с ним. Храм? Значит, гроб — это проход. Что там с бессмертием Элиаса?
Он спрятал свою жизнь в частице своего тела. Так сожги ее. Сожгите мумифицированный палец. Давайте. Хорошо. Давайте с этим уже покончим. Вернее, я покончу с тем, что начал. Никто больше не пострадает из-за моих ошибок. Нет. Нет. Нерелла? Это был не сон. Рука, а ее... Правда, нет. Ты справишься. Ты собираешься меня оставить, так? Только найдешь место, где обо мне позаботиться. Хочешь остаться здесь? Нет. Я просто не хочу быть обузой. Тогда мы тебя не бросим. Я никогда об этом не думал. Довольно отдыхать. Время на исходе. Отправляйся к Донану, а потом встретимся в крепости Закарума. Окей. Так, очко. Интеллект у нас 219 уже. Так, найди союзников в крепости Закарума. Выглядишь усталым, старик. Даже по твоим меркам. Я могу провести ритуал. Если б ты мог провести его в одиночку, то провел бы. Мы готовы? Да. Я думаю, что готов. По крайней мере, готов к настройке камня души. Что касается дальнейшего, победить Лилит, заточить ее в камни. Мы знаем, чем такое заканчивается. Да я пофиг, верить, чем оно заканчивается. Все зависит только от нас. А не от пророчеств, Инария или кого-то еще. Ну, погнали. Здесь что-то не так. Тут все какое-то не такое. Лучше закончить побыстрее. Не знаю, как насчет побыстрее получится ли. Ну давай. Все в заборе, что теперь? Итак, Лорат, мы нанесем сюда 6 печатей Дендеса, а потом повторим вторую и четвертую наоборот. Ха-ха. Рада, что вы пришли к согласию. Сосредоточьтесь. Начинаем. Магический лет я не вижу. Вон там. Чувствуешь? Что такое, ведьма? Кто-то идет. Это Элиас. Он здесь? Мы должны... Лорат, я смею ходить! Да я сама его убью. Следуйте за Таисой. А пошли убивать Элиаса. Я-то как бы не против, я его уже не раз убивал.
Дерево хочет, чтобы ты расплатился за все. Я требую того же. Твое дерево я сожгу, а заодно спалю твой труп. Я никому ничего не помню. Да ладно, не ври. Ты должен дереву. И должен мне сдохнуть уже наконец. Потому что ты уже надоел. Сколько тебя можно убивать? Давай, давай. Работаем. Вау. Сколько раз надо повторять, пока ты не запомнишь? Тебе не отнять у меня жизнь. Я побывал в самых дальних глубинах затонувшего храма, Элиас. Ты ничего от меня не скроешь. Гоните Таису. Ну, погнали за Таисой. Так, нам сюда. Сколько раз просто нам еще биться с Элиасом? Я уже запарился. Я уже со счету сбился, сколько раз мы с ним дрались. Я здесь! Где Элиас? Он сбежал от меня в туннелях, но теперь он в болоте. Харадрим, мы были готовы заканчивать без тебя. Он еще жив? Где он? Там, где кончится кровавый след. Сюда. Как здесь разглядеть кровавый след? Ну, привет. Поговорите с Лоратом. Таиса, мне нужно поговорить с ним. Давай, Харадрим. Лорат. О, Элиас, оно того стоило? Скажи. Я привел Лилит в санктуарий, а это считалось невозможным. Когда силы преисподней ворвутся в этот мир, я должен быть рядом с Лилит, готовый дать им бой. Ты оставил меня, чтобы я совершил то, что не посмел бы ты сам. И чего ты добился? Твоя жизнь прошла впустую. Тебе не нужно меня прощать, ведь мы здесь из-за тебя. Оно того стоило. Только трус мог это спросить. Такой, как ты. Элиас Зараноха. Ох, не надо. По доброй воле ты дал клятву шепчущему древу. Я заслуживаю лучшего.
Древо не забывает клятв и не прощает того. Довольно противиться. Ворон голову заберет. Для трева, ну прикольно, прикольно. Поговорить с Таисой. Что теперь? Ветер доносит смех. Голова Элиаса качается на шепчущем древе. И твой камень души настроен. Здесь я тебя покину. Покинешь? Мы идем к Лилит. Я рассчитывал, что ты пойдешь с нами. Я все понимаю. Но Лилит — это ваша забота. У меня своих хватает. Что ж, тогда до встречи. И спасибо. За чай. Прощай, Донан. Она назвала меня по имени. Ларат не поверит. А где он? В последний раз мы виделись, когда Элиас при смерти обозвал его трусом. И что, он понесся геройствовать? Решил один выйти против Лилит? Элиас так и не сказал, где ее найти. Но его голова на шепчущем древе. Оно знает, куда направляется Лилит. Ларат мог спросить, но ему придется за это заплатить. Какую еще цену? Элиас заплатил ту же цену. Провести вечность на древе. Нет. Скорее к древу. Держи его! Так, ну побежали встретить с Ларатом у шепчущего дерева. А мы здесь, а нам вот сюда. Тут же недалеко, насколько я помню, да? Ну да. Ларат что-то надел. Лилит ускользала от нас безо всякого труда. Древо знало, где ее искать. Взамен оно попросило не так уж много. Не так уж много? Платишь ему своей головой. Умрешь? Она будет болтаться рядом с остальными. А что? Надо было разрешение спросить. Дело сделано. Забыли. Пока мы топчемся тут в грязи, Лилит скоро завладеет силой Мефисто. Она нашла врата в преисподнюю и уже подносит ключ. Где врата, брат? Под Галдеем. Разумеется, сопротивления будет. Не будет. Они ее обожают, ослы. Это мы должны остановить ее и заточить в камне души. Любой ценой. А если Лилит уже прошла через врата? Мы отправимся за ней в преисподнюю. Я сделаю все, что смогу, чтобы мы достигли цели. Только мы вчетвером? Это ведь безумие! Не безумие, дитя. Долг. Встретимся в Тарсараке и начнем подготовку. Только бы не опоздать. Голова Элис. Кстати, где она? Что-то не посмотрел. Надо еще подойти посмотреть поближе. Ч
чудно это знать, где ты окажешься после смерти. Зато хотя бы одной тайной меньше. Впереди. Правильно ли я поступил? Я делал то, что требовалось. Слева вторая. Мы искали ответы и, наконец, получили их. Лилит готовилась взять штурмом сами врата преисподней. Сделка со Старотом, Ратма и Ключ — все приближало ее к этому. Но нам-то было невдомек, что пока мы блуждали по болоту, Инари и Собор выступили против Лилит. Их битва оставила бы от мира лишь выжженную пустыню, и победитель не пощадил бы выживших. Нашим единственным шансом было добраться до Лилит раньше Инари, но мы не могли и предположить, что произойдет дальше. Так, что-то получили мы, да? Акт 5. О тайнах и судьбах. Что мы получили? Критический удар, отсечение. С вероятностью 15% задает вокруг цели область порчи, пораженную тленом. Так, ну это... В принципе, неинтересно. Это тоже. Шепчущая корона. Умение немощь, ловкость, время восстановления сокращается на 4-8%. Для короля узурпатора вора трофей с мрачной историей, дар древа. Ну, неплохо. Так, ладно. Смотрим, куда нам дальше. Нам сюда. Но тут... Как бы нам сначала надо вот сюда тогда. Материалы остались. Так, по поводу умения тлен к силе у нас лучше. Отсечение. Вот отсечение понятия не имею. Это я уберу. Отсечение давайте возьмем. По-моему, у меня не было такого аспекта. Корону я положу к себе пока что в сундук. Да, это мы просто аспект вытащим. Да хранит тебя отец. Да, да, да. Так, и нам куда? Нам вот сюда. Да, опять новое место и опять долгая подгрузка. Я не знаю, что уж там она грузит так долго. Карты не такие уж и большие, грубо говоря. Молчанием ты делаешь себе только хуже. А, кто-то должен следить. Так это прям на западе. Прям рядом. На стену. Внизу побегут грешники. Никого из них не пропускают. Ну давай. Нерелла, где остальные? Лорат и Донан ушли в Колдей. Туда отправились рыцари. И они решили пойти следом. Но я решила дождаться тебя. Можно кое-что у тебя спросить? Кое-что личное. Ты же знаешь, что можно. Ты когда-нибудь чувствовал, будто от тебя ничего не зависит? Постоянно. Меня называют героем, но в глубине души я остался тем, кем всегда был.
Да, я сильнее других. Но я не святой. Я стараюсь как могу, но этого недостаточно. Я не спас ни Юрина, ни твою мать. Тебе стало легче со временем? Стало. Благодаря товарищам. Спасибо. Честно признаться, это здорово. Знать, что я не одна. Нам надо идти. Я найду остальных в Колдее. Помогите союзникам искать Лилит в Колдее. Ну, этим мы будем заниматься уже в следующей серии. А на этом будем прощаться. Спасибо, что досмотрели серию до конца. Не забывайте поставить ваш королевский лайк, если вам понравилась данная серия. Конечно же, написать комментарий. Ну и кому еще, кто еще, точнее, скажем так, не вступил в группу ВК, не забывайте вступать. Там вы узнаете все последние новости о канале и, конечно же, ежедневные различные мемы на игровую тематику, компьютерную. Также выходят компьютерные новости и все новости о канале. Увидимся в следующих сериях. Всем пока!